не надо, пожалуйста. Слышь, парень, парень, положи ружье, парень, ружье положи. Стойте на месте, я сказал. Ружье положи. Вообще. Мы вам помочь хотим. Положи ружье, Данил, пожалуйста. Послушай, Данил. Мы вас вывезем, сейчас мы все в сборе, мы сейчас просто все уезжаем в город, все хорошо. Мы вас вывезем. Они нам помогут, пожалуйста, отойди, поверим. Все, все. Стоит на месте. Объясни ему, что мы помочь хотим. Больно, понимаем, да. Не надо было так вот придуряться. Ты же понимаешь сам, сам маньяк нарядился. Стой, 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 остановись! Стой! Чё она? Ты чё её не схватил-то? А как я схвачу-то? Нет. Садись, я тебе говорю! Нет. Успокойся, все будет хорошо. Не надо там сбегать. Вот видишь, ты вот делаешь так, как твой брат. Потом тебя мы искали. Сейчас мы найдем брата, а тебя не будет в итоге. Чё, тебя уже ходить искать? Не надо так делать, заблокируй себе двери. Ребят, у меня есть новая инфа по поводу Юрца. Юрец устроился на работу. Теперь Юрец работяга. Только, Кирилл, не особо не удивляйся, а то я смотрю, у тебя глаза уже вот такие стали, потому что устроился он на работу в GTA на проекте Радмир. И устроился, знаете, кем? Сотрудником ДПС. А знаете, для чего, видимо? Для того, чтобы просто мешать мне играть, только теперь все это максимально официально на государственном уровне. Потому что он просто теперь мне вредит. Меня лишили прав, у меня забрали машину на штрафстоянку, меня арестовали, посадили в тюрьму, и все это сделал Юрец. Я выписал об этом видос, потому что все это, соответственно, записывалось, у меня была запись экрана. Это увидите все на моем игровом канале, ссылка будет в описании, так же, как ссылка на Радмир. Ребят, сейчас вот прямо здесь вставлю вам краткий такой фрагмент, чтобы вы поняли, о чем вообще идет речь. Останавливаемся. Чё? Останавливаемся. Чё прикол, Юрец, объясни. Ну, погоди, я не хочу выходить из машины. Так, стойте. Вы нарушили, сейчас сколько? Закрой пока тачку. А чё я нарушил? Я не превышал. Ой-ой-ой, ты прям как, прям чисто мусор, Юрец. Как у тебя какая-то власть появилась, все, начал тут качать. А чё так много народу-то, я чё-то не пойму. Зачем сотрудник вообще оскорбляет? Юрец, у меня штрафы все оплачены, абсолютно все штрафы оплачены. Мы должны эвакуировать, я понимаю, но мне передали другую информацию. Так что выходите из машины, встретимся в ГИБДД. Что ты сделал? Ты ещё и административ сейчас будет. Посмотрели, но это далеко не все. Там было очень много конфликтов, и видно было его предвзятое отношение ко мне, потому что другие люди прямо на моих глазах нарушали гораздо жестче, а ему было насрать. Просто Юрец до сих пор не может скрыть свою обиду на то, что он больше не с нами в команде, что ли, я не понимаю. Короче, ссылка будет в описании, также ссылка будет на Радмир, либо Хасл, я смотря где вы играете. Если вы играете на компе, как я, то тогда вам нужно на Радмир. Если играть с телефона, то проект называется Hustle. Его находите в App Store, Play Market или Google Play, как он там правильно называется, и скачивайте. Игра абсолютно бесплатная. Залетайте на 16-й сервак, именно 16-й, для того, чтобы мы с вами могли взаимодействовать в игре, общаться, вместе что-то мутить. И вводите обязательно мой промокод, он перед вами на экране. По нему вы получите ништяки на начальной стадии игры. Эти ништяки вам уже очень сильно помогут. Ну и не забывайте про мою беседу ВКонтакте. Если вы туда вступите, то увидите, что там уже 4000 человек, которые играют на нашем серваке, на 16-м. И там все строго общаются по игре, друг другу помогают. Иногда, конечно, бывают какие-то конфликты, но таких конфликтов мы сразу выкидываем из беседы. Поэтому будьте дружны, залетайте сюда, общаемся строго по игре. Что нам с ними делать, скажи? Отделение полиции вести. Ладно, окей, ее выделение. Его выделение. Куда? Его, чтобы обратно в деревку отправили? Он там может прописывать. Он что, маленький ребенок, что его там взяли, отправили? Я не знаю, как тебе, но мне не все равно. На него. Мне все равно. Да, нам все равно. Нам все равно. Не боимся мы ни волка, ни совы. Ты что такое? Снова это? Погоди, ну погоди. Из мультика песенка? Да. Мне мама рассказывала про него. А ты сам его не видел, что ли? Нет, у нас в деревне негде посмотреть. А какой твой самый любимый мультик? Я не знаю, я ни один мультик не смотрел. Мама мне рассказывала. Она вообще не деревенская. Она с города. С какой-то Мордовии. Нет. Саранск? Нет. На букву М.
Мокшан? А, Мокшан? Да, Мокшан, наверное. Мокшан. Да, деревня, по сути, там. Типа считается город, но да, она размером как деревня, по сути. Она познакомилась с моим папой, Сережей, и переехала в эту деревню. Они любили друг друга и жили там. Да. Но мама оставила свою семью. У нее была своя семья. Мне мама обещала познакомить со своей семьей однажды, когда мы приедем в город. Погоди, то есть хочешь сказать, что у тебя, возможно, есть брат или сестра? Наверное, я не знаю. Я их не видел. Погоди, слушай, у меня вопрос, пока ты от боли от этой отошел. А вот этот дядь Миша, это просто какой-то сосед сумасшедший? Нет. Или местный дурачок? Нет, дядь Миша это брат моего папы, старший брат. Родной? Да. Но они постоянно конфликтничали. Особенно после того, как дядь Миша приставал к моей маме. И? В общем, у них были, получается, натянутые отношения с твоим папой? Особенно его еще больше рассердило то, когда мы... Мама с папой решили поехать в город. Мне было тогда 10 лет. Дядь Миша поругался с моим папой. Ночью мы уехали. У папы была машина такая, Жигули, по-моему, он мне объяснял. Мы поехали через лес. На пути нам попались бревна. Папа вышел, чтобы убрать их, чтобы можно было проехать дальше. Но тут выскочил... Сейчас я пока проверю, проедем там, нет? С бензопилой. И отпилил папе голову. Чего? Мы с мамой испугались и выбежали из машины, и побежали в сторону леса, не глядя. Мы бежали минуты две, я обернулся посмотреть, что случилось с мамой. У мамы не было головы, ее тело упало, я побежал дальше. Потом я ничего не помню. Я помню, очнулся в лесу, и меня подобрал дядя Миша. Я не знаю, как он там оказался. И все, ты стал жить у него, получается, или что с того момента? Ну да. Он меня взял жить к себе. Боже, это все бессмысленно. Чем дальше мы отъезжаем, тем меньше вероятность, что мы Данила найдем. Слушай, мы сейчас его уничтожим, надо им помочь сначала. Да, сначала два, потому что пока мы ищем одного, второй теряется. Поэтому надо, чтобы вы все в сборе были, поэтому сейчас сначала вывезем вас, потом найдем твоего Данила. Вдохнули, блин, по объявлению. Чего? По какому объявлению вы отдохнули? Мы с родителями давно хотели отдохнуть, потому что, ну, мы в городе живем. Папа с мамой искали и случайно наткнулись на какое-то объявление в паблике ВКонтакте. Где там полянка, красиво, все, мы приехали, а случилось название то, что случилось. Нет, я не знаю, нам родители просто показывали. Спрашивали, ли хотим, а мы, конечно, хотим, нам хотелось побыть всей семьей. Странно, у тебя тоже объявление подобное же я было? Я тоже специально нашел. Я же на рыбалку гоняю, я места разные ищу. Я удивился, типа, без пруда, там, без речки, без всего, просто мест для отдыха. Но я думаю... Типа, отличное совпадение. Замануха какая-то получается. Реально тупо приманка для городских. Ну да, именно поляна без речки, я удивился. Но ты же не любишь особо там всякую рыбалку. Ну это странно в целом. То есть смотри, то что мы не первые, кто попали на вот эту приманку. Погоди, последние. Ладно, окей. Если ты считаешь, что это приманка, то в деревне у кого-то может быть... Интернет, какие-то гаджеты. Но при том, ты сам видел прекрасно, через что слушает музыку вот этот дядь Миша, сумасшедший, который... Ты как будто попадаешь лет на 40-50 в прошлое. И ни у кого там... Ну, то есть... Ты знаешь... Мне кажется, таких деревень уже отсталось, не бывает. Интернет у вас есть, хотя он может не знать даже. Нет у нас такого. Нет, у нас даже ни у кого телефонов нет. Камеры, не бывает такого, ну как так, чтобы в деревне вообще ничего не было, телефонов ну, не слушай, было там. А если дядя Миша контролирует все это? Я не знаю, но это максимально странно. Ну кто-то, значит, целенаправленно это ну, делает, неспроста же так. Ну то есть специально заманивают-то народ. Да, просто мы тоже на это попали, значит, еще есть другие люди, которые тоже на это попадаются. Ну, приезжих там... А стоп, дядя Миш, ты говоришь, был против того, чтобы вы уезжали в город или как? Да, конфликт начался из-за этого? Потому что там не любят приезжих в деревне. Что за бред? Там вроде деревняк не любят приезжих с города. Нет, ну, мама приезжая с города, на нее все
косились. А когда родился я, мне тоже все косились, но я улыбался им в ответ. Я не знаю, почему они так относились ко мне. Я ничего им плохого не сделал. Стоп, ну... Мы приехали, как? Пацан. Откуда? Что, паркуемся? Раскидываем? Вроде вручную должны осели. Так сейчас... это и накидано вручную, мне вот что не нравится. Вообще, ну просто, чтобы, может, не ездили. Чтобы... Зачем? По единственной дороге, чтобы не ездили? Это странно. Ну так-то да. И что, обратно? Обратно в деревню возвращаться? Ну, нет, не вариант. И вообще не вариант. Надо выбираться отсюда. Просто нам как минимум девочку надо в полицию. У тебя точно никаких родственников, никого нет? Не знаю, мы всегда были я, Данил, мама и папа. Всю жизнь так было. Ну, то есть ни бабушки, ни дедушки? Я ни разу, может быть, есть, но я ни разу их не видела. Я ни разу о них не слышала, родители никогда ничего не рассказывают. Мы жили нашей семьей, и все. Очень странно как-то. Ладно, пойдем разгребем. Давай, давай. Что, мне не поснимать ли? Нет, у тебя даже спина еще. Не спина. Но да. Подписчики только не знают, скажут, что один все таскаешь. Да нет. Бедный. Ну объясни, что тебе. Вам помочь? Да нет. Да? Куда девочку? Да там по мелочи есть палки. Ну, если мелкие, да. Мне главное, чтобы кузов не покорябало, а вот эти большие я это как его раскидаю еще. Надо по мелочи. Здоровый. Да. Ну это искусственно кто-то накидал, ты говоришь, чтобы не ездили. А кто это может сделать, чтобы не ездили? Явно не деревенские, правильно? Которые наоборот заманивают людей, чтобы они ездили тут. То есть как-то очень странно все. Если не ездили, окей. Кто с этим так заморачивался? А вот, может кто-то увидел, что мы выезжаем? И вперед нас сюда уже приехал? Разговаривай. Нет. Думаешь, я не думаю. Нас никто не обгонял по дороге. По мелочи осталось. Ну, типа, кому надо, это максимально странно. Да ты тяжелый, не бери. Ну этот выкинем все равно. Остатки-то. Ну, конечно, проедем. Не впервой. Да знаешь, бывает еще местные просто с прибабахом. Это как во дворах, просто перекрывают. Да нелогично это, Кирилл, но это странно. Местным наоборот же, а ты вот только что обсудили, они наоборот сюда заманивают людей. Ну да. Погнали, нормально, не садись. Дальше. Точно? Что с ним? Что, у него припадок, что ли, какой-то? Давид, ты чё? Стой, не надо, пожалуйста. Слышь, парень, иди сюда. Парень, нет. Положи ружье. Парень, ружье положи. Стойте на месте, я сказал. Не надо, Данил, ружье положи. Рот вообще. Мы вам помочь хотим. Данил, помогут. Положи ружье, Данил, пожалуйста. Данил, послушай, Данил. Мы вас вывезем, сейчас мы все в сборе, мы сейчас просто все уезжаем в город, все хорошо. Они вам помогут, пожалуйста, да поверим. Все, стой на месте. Объясни ему, что мы помочь хотим. Да нет, они нам помогут, то правда. Послушай своего, не знаю, брата там или кого, я не знаю какого. Да, вы уходите. Послушай Давида, что он тебе говорит, мы наоборот помочь хотим. Ты нам никто. Можешь заткнуться. Опусти оружие. Давид, успокойся. Ты сейчас ошибку совершаешь, сейчас опять ходите в лес, в никуда, и снова будете выживать непонятно вы как. Делайте, вы не такие самостоятельные, как взрослые. Вы там погибнете. Как, у меня есть на знаешь, как тогда, когда стоял с этим, с дядей Мишей с этим, ты нам там ИСОС показывал пальцами, да. И помогите, а как все, так такой самостоятельный, да? Когда мы уже помогли оттуда выбраться. Давай, ружье. Стой на месте. Отдавай, да он не выстрелит. Ну не надо рисковать. Ну хоть. Что делать?
Ружье хотя бы нам оставь. Ты хотя бы объясни ему. Я понимаю, что он твой брат, поэтому и наставь его на правильный путь. Ты что плачешь? Тебя обидели? Тебя что-то сделали? Тебя ударили? Давид! Давид! Давид, успокойся, пожалуйста. Что произошло? Все хорошо? Ты не пострадал? Ты не ранен? Ничего? Ты просто испугался? Давид! Давид, идем! Здесь безопасно! Успокойся, пожалуйста! Давид, садись в машину! Дальше пешком надо! Почему? Они прям в лес уходят! Ты за ними, что ли, собрался идти? Слушай, ну... Я все, Кирилл, я умываю руки! Мне надоело это все! Мне надоело, что мы как в кошке-мышке! Мы пытаемся помочь, за ними гоняемся, находим! А в итоге все оборачивается вот так вот! Вместо благодарности мы еще и надо нас на прицеле держит. Нам оно надо. До сих пор плачет. Давай, вот он хочет, чтобы мы его вытащили. Давай его вытащим. Они не хотят. Зачем мы будем лезть сюда, куда нас не просят? Но это даже не деревенские, они практически похищенные дети. Похищенные дети, которые сейчас нас чуть не пристрелили? Ну ты посмотри, ему силы какой-то воли дало вот это оружие, вот этот обрез. Я не понимаю, Кирилл, чего они преследуют, какие цели. Они ищут своих родителей, хотя я не уверен, что родители их вообще, ну, скажем так, живы там. Но... Я не знаю, я предлагаю за ними надо идти, надо их вытаскивать. То есть она хотела найти брата и тогда выбраться, но мы нашли брата, он сам нас нашел. Ну в чем проблема, я не понимаю. То есть, знаешь, они как будто с нами готовы контактировать, когда в опасности. Когда мы им помогаем, все, дальше мы идем нахрен, и они дальше сами по себе. Ну ты предлагаешь просто уехать. Я просто сейчас убираемся с Давидом, просто убираемся. Он стрелял, слышал? Там один из патронов был. А что случилось? Погнали! Его где? Давай его тоже стащи, разбирайся, потому что ну, это ненормально, что он тут сидит. Сейчас мало ли что с ним еще произойдет. Да давай вытаскивай. Да он для нас просто обуза сейчас будет. А зато он жертва для остальных, понимаешь? Думаешь, он не Я думаю, его надо с собой, его не вариант удвинуть. Давид, с нами пошли. Погнали, нет времени. Мне страшно. Все, не телься, пошли. Просто осторожно, никуда не лезь. Где ты здесь, да? Слышишь, откуда выстрел? Тихо. От кого? От кого? Конечно, я ни хера не понимаю, о чем он говорит. Где? За дерево прячься. За дерево сядь. Нет никого, ты что, троллишь, что ли? А, стоп. Да, я вижу. Тихо. Заткнись, Давид, заткнись, пожалуйста. Сейчас нас вытащу жопу. Тихо, пожалуйста. Тихо, не скули. Не скули, Давид. Давид, не скули. Давид. Или что? Он злится. Тихо, нас не видел. Сиди,
просто он его не ударил, именно силы как будто на него корни выломал. А? Он чуть ко мне не подошел, он прям подошел. Ну ты молчал и все, а то он же на слух только ориентируется. Помнишь об этом, да? Он же видит очень плохо, по крайней мере, в этой маске. Как он нас найдет, все хорошо. Слушай, надо детей вытаскивать. Надо искать их, да. Слушай, выстрел-то в той стороне был. Да, погнали. Давид, не отставай. Да, не отстает, он прям за мной идет. Иди вторым, между нами вышите. Не дрожи ты так, все хорошо. Просто надо ребятам помочь, походу. Но опять же, блин, я не понимаю, они сами от нас ушли, это их выбор. Вы видели его, он их убил, я прямо... Выстрел, где был? Говорю. Он был где-то здесь же, мы уже прошли, мне кажется, место выстрела. Посмотри его руку. Может, ему еще перевязать надо, все равно кровить начало. А с собой-то у нас ничего, сейчас нет, к машине опять возвращаться? В машине, но у меня там остатки. Кирилл! Кирилл! Это оружие! Это Данила, он с ним стрелял. Обрез, он его выбросил, получается? Он, походу, его не выбросил, Макс. А чё? Маньяк прибежал с другой стороны. В кого он стрелял? То есть, думаешь, маньяк на зуб? То есть, тут может быть и кто-то Михаил? Еще? А как Михаил? Нет, в таком наверное, пьяном маньяк убил состоянии? Ваших друзей. Маньяк, ты видел, с какой стороны прибежал? Вообще с другой. Это точно был маньяк. Предположение, если он выстрелил, он его, возможно, не выбрасывал. С непривычки его отдачи могло просто вылететь, он испугался и убежал. Но убежал куда? Где они, да? Как их сейчас искать? У нас вообще никаких зацепок нет, Кирилл. Мы сейчас в этом лесу задолбаем, сейчас сами заблудимся. Я понимаю. Я боюсь с вами идти. Какие у тебя предложения? Почему ты с нами-то боишься идти? А без нас ты не боишься? Вот без нас что в итоге произошло. Короче, мы разделились. Сейчас немножко. Я видел девочку. Но она очень быстро бегает, реально. Надеюсь, смогу ее сейчас догнать. Почему мы разделились? Мы решили, короче, по стелсу, чтобы даже если наткнемся на Михаила этого сумасшедшего, либо на психопата с бензопилой, мы не ввязываемся и никак не контактируем с ними. Короче, цель – вывести детей, но почему только одну девочку нельзя. Хотя у пацана, у него еще форма такая, его в лесу. Ты как? Ты что, какой это? Застышь? Погнали, Давид! Ничего. Приди в чувство, погнали, все, идем! Нет, не хочу. В смысле не хочу? Ты что, прикалываешься? Тебя тут я оставить? Я боюсь. Кого? Этот лес, здесь убили моих родителей. Я помню, здесь ты сегодня нам уже рассказывал. Убил моих родителей. Да, я помню. Тогда меня дядя Миша отсюда забрал, он на машине был. Я лежал рядом с головами родителей. А как он тебя нашел? Я не знаю. Он на машине приехал и меня забрал отсюда. Тихонько. А он тебя забрал отсюда? То есть он даже не знал, что здесь происходит? Но он здесь... Странное совпадение, не находишь? Тихо, вы слышишь? Да, он здесь. Вон он. Тихо, замолчи. Замолчи, Давид, замолчи. Она заглохла. Она заглохла, у нее что-то... выдавил походу. Да не догонит он одноглазый теперь можно пиратом, блять, называть. Ты чё, с тобой все в порядке?
Уверена? Где твой брат? А? Куда он... Куда он вернется? Ты можешь объяснить? Скажи, ты нам доверилась. Почему ты брату своему не можешь... Почему брату своему не можешь объяснить то, что мы не злодеи, мы не какие-то там люди, которые зла желают? Мы привыкли, что мы всегда вдвоем. Мы не доверяли никогда никому, кроме родителей. Я попыталась, но Данил, он так не может. Он привык, что только я и только он. Мы вдвоем просто всегда против всех. Даже мне лет 8 было, он меня всегда от собаки защищал. Мне кто-то обижал, всегда он рядом был. Он не привык доверять другим людям. Как он может довериться вам? Ну, ты же его сестра, он может... Он послушает, он старше, он свое решение. Ну и чё, что он старше? Ты его должна уговорить. Почему мы бегаем? Какого хера он вообще на нас ствол этот направил? Ты сама прекрасно знаешь, что мы пытаемся помочь вам. Вывести вас в город. Чтобы я не сказала, он будет стоять на своем, все равно. Какой на своем? То есть тупо то, что он думает, мы с этими деревенскими? Он думает, мы сами справимся. А ты как думаешь? Ты же думаешь, как и мы. Я ему это никак не скажу. Как? Слушай, ты сейчас со мной пойдешь? У меня машина в той... Почему ты со мной не пойдешь? Ты сейчас со мной пойдешь? Мы... ты знаешь, где твой брат? Ты приведешь сейчас меня к брату, мы идем в машину, уезжаем в город, поняла? Почему нет? Я помню, где машина. Пойдем. Поставься. Чертенок, а? Понял, что там за суета происходит? Слышь, мудила, отошел от них! Отошел! Я тебе сейчас в жопе дырку еще одну сделаю, отошел от них! Слушай! Родной, да у тебя патрон там нету. Смотри, я с ними уезжаю. Ключи давай быстро. Че, самостоятельным до хера, да? Ключи. Опять вляпались. Уйди отсюда. У тебя там нет патрон. Я тебя зарублю сейчас. На трассе прикладом черепушку твою раскрою, дебил. Отошел от них. Пошли, отошел от детей, сука. Пошли, я сказал, пошли. Попробуй давай, сейчас я тебя зарублю здесь. И ты что начал ныть, я что-то не понял, Давид? Блять, не вовремя уже, помоги! Ребят, если в этот момент вы офигели, то представьте, как охренел в этот момент я. Я понимал, что ничего хорошего из того, что появился маньяк за спиной у этого деревенского мужика, не выйдет. Ни для нас, ни для него. Что было дальше, увидите в моем телеграм-канале, полноценная сцена, полноценное продолжение ролика, я выложил именно туда. Поэтому, если ты сейчас смотришь этот ролик, значит, тот фрагмент уже полностью залит в моем телеграме. Ссылка на телегу будет в описании под роликом. Залетай, так и будет называться продолжение видео в ТГ. И туда просто переходите, и там обязательно смотрите. После этого вернитесь на этот ролик и напишите в комментариях свое мнение по этому поводу.